Самое важное то, что нам, наверное, будут возвращены льготы, и мы можем ли на это рассчитывать. Ну, во всяком случае, хотя бы уже положительной новостью является то, что они приняли это во внимание и рекомендуют рассмотреть. И вот хотелось бы понимать, что стало основой для такого решения. Постановы, такой, да? Такой постановы, да. И когда можно рассчитывать на возвращение этих льгот? Да, ну, действительно, на сегодня это важный вопрос, и я думаю, его решения ждут не только никопольчане, а и многие, это практически 800 тысяч громад, которые живут в 30-километровой зоне. Была проголосована в Верховной Раде постанова, в которой подала постанову депутат Верховной Ради Яцик про звернення до Кабінету міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Саме ця постанова появилась і внеслась в Верховну Раду після того, як президент дав відповідь на нашу петицію, яку ми подавали и собирали за нее голоса. То есть 12.04 был ответ президента, и 15.04 уже появился проект этой постановы. Ответ президента звучал очень просто. Он дал поручение Кабинету министров изыскать возможность и привести в соответствие Конституции те вопросы, нарушения, которые были по отмене вот этой льготы для проживающих в 30-километровой зоне. Постанова, да, которую приняли. Инициаторы этой постановы были, это 110 депутатов. У меня есть перечень этих депутатов. Если кому-то интересно, я могу дать. Это депутаты Верховной Рады. Значит, они вынесли и 311 голосами, они поддержали эту постанову. В этой постанове они требуют, ну, рекомендуют, рекомендовать Кабинету министров Украины невідкладно протягом 14 календарных дней с дня набрання чинности цієї постанови встановити пільгову фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій у розмірі 70% від діючого тарифу для відповідної групи населення. Ну, це та ж сама 30% знижка. До цієї постанови йшла пояснювальна записка. І основання цієї постанови іменно здесь звучить. Это обращение к президенту Украины местных самоуправлений, территориальных громад, и выделено отдельным абзацем наша петиция. Они написали, я дословно прочитаю, 5.01.2021 року на веб-сайте официального интернет-представительства президента Украины было размещено электронную петицию про відновлення пільг з оплати електроенергії для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, та про відновлення інших пільг населенню з оплати за спожиту електричну енергію, яку підтримали та підписали більше 25 тисяч громадян України. 12.04.2021 року на дану електронну петицію відреагував президент України Зеленський, який зазначив про важливість порушеного петиції питання та звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати надані пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян. Тому все, кто рассказывали и говорили, что эта петиция популизм, она ничего не даст, и зачем мы этим занимаемся, на сегодня мы видим позицию президента, который отвечает на нашу петицию, мы видим позицию депутатов Верховной Рады, которые ну, опираются на нашу петицию.
И в 14-дневный срок с момента публикации этой постановы Кабинет министров должен сказать свое решение. Если это решение будет отрицательным, у нас есть уже, мы создали ассоциацию, которая 30-километровых территорий, это представители 6 областей. У нас поэтапно уже расписано, что, зачем мы будем делать и как мы будем добиваться именно возврата наших льгот. Ну и не только возврата этих льгот, там еще и больше есть, что, какие у нас есть преимущества, привилегии, да? Но они реально не соблюдаются и идет это в нарушение закона. Поэтому мы в любом случае будем добиваться. Но все-таки надежда на положительный результат есть, мы подождем. Конечно, хотелось бы поблагодарить всех абсолютно людей, которые не безразличны, которые не смогли проголосовать по тем или иным причинам, которые проголосовали за нашу петицию. И, конечно, благодарность депутатам Верховной Рады, которые, не глядя ни на какие политические амбиции, не практически, а все фракции поддержали это решение. 311 голосов. Поэтому есть вероятность, что все-таки будет положительный ответ. Следующий вопрос по проезду детей с 1 мая. Как они будут? Ой, знаете, вот этих читаю, уже им кличку дали. Кошечки, собачки, кактусы, цветочки, да? Но такой уже бред пишут. Тариф будет 10 гривен с 1 мая. Дети будут ездить по 6 гривен. Что все плохо, все пропало, всех расстрелять и уничтожить. Значит, я это говорил уже у вас на пресс-конференции, говорю еще раз. С 1 мая все школьники в учебные дни будут ездить бесплатно. В неучебные дни они будут ездить за оплату 6 гривен. Ни о каком поднятии тарифа до 10 гривен речь не ведется. Депутаты это поддержали. Все у нас, программа есть, все у нас нормально. А как вы вообще относитесь к критике кошечек, собачек и цветочков? Знаете, я вам просто скажу, ну так, чтобы, может быть, никого не обидеть, ну, некоторые силы, которые там где-то проиграли на выборах, где-то сегодня они не имеют ручного управления бюджета города Никополя, да, и там, где я отстаиваю интересы никопольчан, может, конечно, я, да не может, а 100% я нарушаю чьи-то интересы или еще что-то, они будут эту работу вести. Ихняя основная цель – это показать меня вором, зрадником, чтобы к следующим выборам у меня рейтинг был 2%. Их не устраивает городской голова Саюк Александр Иванович. Я очень хорошо отношусь к критике. Пожалуйста, я же не самый умный и не самый там претендую на эталон какой-то. Я могу ошибаться, я могу делать не те шаги. Пожалуйста, если вы знаете, вот здесь я сделал неправильно, по факту критикуйте. Я вас это восприму, исправлю ошибки и пойду дальше работать. Но вот я лифт возьму, да? Мы ничего не купили. Мы просто заложили в бюджет города деньги ориентировочно 1 миллион гривен для того, чтобы решить проблему с лифтом в здании городского совета. То ли это будет текущий ремонт, то ли это будет покупка нового лифта. Мы лифт в любом случае сделаем. Кто бы там что ни говорил, не рассказывал за девятиэтажки и тому подобное. Это здание местного самоуправления. Мы по Конституции должны выполнить доступность всех жителей города Никополя. Неважно, инвалид на коляске или просто человек в возрасте, который не может ходить по ступенькам, он обязан и имеет право прийти в исполком, подняться на любой этаж, участвовать и в сессиях, и зайти в любой кабинет. Поэтому я однозначно выберем самые выгодные варианты для города Никополя. Закупка будет идти только по системе Прозора. Вот приведу вам пример. Мы объявили наш мост Горбатый. Мы объявили Прозора на
проектирования, найти фирму, которая будет делать проект реконструкции нашего моста. Ориентировочно мы заложили 8 миллионов на этот тендер. Тендер отыграл, и по тендеру мы сэкономили почти 3 с лишним миллиона. Не буду точно говорить, по-моему, 3-200 миллиона мы сэкономили по тендеру, по Прозоро. Участвовало, по-моему, 5 фирм, но уже в конце одну сняли, потому что она не соответствовала требованиям. И 4 фирмы между собой разыграли это право сделать проект. Мы сэкономили 3 миллиона. Может быть, мы и на лифте сэкономим, я не знаю. Все будет зависеть от тех фирм, которые будут участвовать. Но сегодня говорить... Там Саюк, лифт, забор, Старуна. Ребята, когда пройдет тендер, когда купит Саюк лифт за миллион, а вы принесете бумагу и покажете, точно такой лифт стоит 500 тысяч, значит Саюк украл 500 тысяч, вот я скажу, вы правы. А на сегодня это, знаете, я считаю, некомпетентно, одно... издание, которое информатор, да, вы же видели, как они вели себя. Сейчас как-то так, вроде и не слышно их. Но я просто прошу никопольчан не обращать внимания и не вестись на вот эту вот, явно фейковую информацию. А к критике я хорошо отношусь. Телефон мой есть у всех, поверьте, люди мне звонят. И говорят и за ямы, и за все.